Так, вот здесь вот есть такой вот красивенький проходик. Сейчас мы пройдем здесь, пойдем дальше. Там дальше что-то такое заманчивое есть. Посмотрим сейчас. Вот так с обоих сторон деревья, вернее пальмы. И вообще, я не знаю, мне нравится снимать и делиться этим. Видать, многие ребята, блогеры тоже эти чувства чувствуют, когда снимаешь и делишься с другими ребятами, с другими людьми. Это очень приятно, действительно приятно. Вот такая лодочка, скамеечка, можно сказать. Так, пойдем дальше. Это, наверное, такое кафе. Вход с той стороны, наверное, но задний вид у нее вот такой, типа что-то горы, да? Цветочки вот прекрасные. Сейчас мы обойдем с той стороны, посмотрим, что там. Вот здесь такой вот вид. Вот мостик. Так, идем дальше. Вообще, знаете, как хочется снимать? Вот смотрите, вот такой вот вид. Снимать охота, вот не то, что чтобы короткие ролики были, да? А вот куда ты идешь, что ты видишь, мне хочется это все передавать на экран. Допустим, ну так, я, допустим, люблю такие съемки, они короткие. Ну, бывают короткие минутки, это, конечно, но они когда без темы. А когда в теме все, нужно, когда ты идешь, чтобы люди видели, куда ты идешь, какой город, со всех сторон. Вот здесь такие рекламки есть. В кинотеатре сегодня будут эти фильмы. Вот этого парня, может, я не знаю, но многие должны знать. Это Реджеп Эвидик, хорошая комедия турецкая. А этот дядя что-то сильно постарел. Ужас, что ли? Ужастик, наверное. Ну, а это, как всегда, про любовь, романтика. Сади Зесен, называется «Только ты». Наверное, интересный фильм, может быть, сходим. Вот здесь, с этой стороны вид вот такой вот. Как вы видите, этого ресторана люди гуляют. Вон дети пришли, наверное, с детского сада. Жизнь идет, в общем. Здесь все по-другому. Все, ни одного грустного человека не увидишь здесь. Сейчас, ребят, снимем поближе. Вот детский садик. Вспомнил свое время. Да. Вот здесь есть такой вот, не знаю, башня или что это. Вот здесь такие скамеечки, ребята, можно присесть. Но я сидеть не буду. Движение продолжается. Будем двигаться дальше. А, они садятся на автобусы. Вот, их там автобусы ждут. Наверное, куда-то на пикник, что ли, едут. Потому что здесь каждый день пикники. Поэтому я уже не удивляюсь. Так. Движение продолжается. Ребята, надеюсь, с вами, ну, со мной не скучно. Стараюсь снимать все подряд. Потому что не хочу, чтобы был какой-то упущенный момент, поэтому снимаем все подряд. Вот и девчонок снимем сейчас. Вот что-то покупают там, а сок они покупают. Вот берег, там смотрите, вон ребята тоже. Надо будет туда забраться нам. О, рыбу ловят, наверное, тоже. Здесь рыба потрясающая, большие все такие. Мелкой рыбы нету, потому что крупные рыбы их едят. Как всегда и по жизни у людей, да?
Вот так вот отдыхает там. Так. Опять я подойду к морю. Без воды я не могу, да. Я по гороскопу рыба, поэтому люблю воду. И без нее не могу. Вот такой вот. Еще раз море засниму. Ну а когда будем выходить в город уже, я город оставляю на последнюю очередь, потому что там магазины, там, я не знаю, красивые здания. Для них будет съемка отдельно. Вот, смотрите, мостик такой, чтобы переходить. Вот, красавец. Я назову эту съемку «Прогулка по набережной», наверное, или, не знаю, может, что-нибудь лучше подумаю. В данный момент на уме это. О, фонтанчик. Еще один. И, конечно, мостик. А море вот такое вот. И там и корабли стоят. Говорю, я спрашивал, почему они там стоят постоянно. Говорят, некоторые корабли там месяцами стоят, а ждут разрешения для парковки или что там еще. Не знаю.